65-летний житель Карабаха убит азербайджанскими военными. 3 декабря около 13:00 поступил сигнал о том, что житель села Чартар исчез. Он оказался на подконтрольной азербайджанцам территории. О произошедшем незамедлительно были проинформированы российские миротворцы. Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что некто из Арцаха якобы напал на азербайджанского солдата и попытался завладеть его оружием, и тот нейтрализовал его в целях самообороны. По сведениям фактора НН, данные сообщения относятся к одному и тому же инциденту. По данным нашего источника, азербайджанцы захватили 65-летнего гражданина с холма Гуручук, а затем убили его. Холм находится на подконтрольной армянам территории. СМБ Арцаха подтвердила факт убийства и продемонстрировала видеокадры действий азербайджанских военных. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию. Министры России, США и Франции, как страны-сопредседатели Минской группы, приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках 28-й министерской конференции ОБСЕ возможна встреча Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос «Фактора М». Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Армении особо подчеркнул, что Баку нарушает обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября о прекращении всех боевых действий. Азербайджан не только удерживает армянских заложников, но и постоянно совершает новые попытки взять в плен армянских военнослужащих и мирных жителей. Также министр Мирзоян провел встречи со своими иностранными коллегами. В частности, глава внешнеполитического ведомства Армении встретился с министром иностранных дел Эстонии, Австрии, Греции и Хорватии. Президент Армении Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, а также региональной безопасности и стабильности. Арман Хачатрян назначен постоянным представителем Республики Армения в Совете Европы. Как сообщает пресс-служба президента, указ об этом подписал Армен Саркисян. Летчики вооруженных сил Армении в эти дни выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Согласно новому учебному плану, 2-3 декабря проводились учения по тушению пожаров вертолетами. В случае необходимости военные летчики будут готовы к активному участию в тушении лесных пожаров. В ноябре в Арцахе родились 178 детей. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook президент Арцаха Арай Карутюнян. Он отметил, что это рекорд по сравнению с предыдущими месяцами, максимально приближенный к довоенным показателям. Палата представителей Кипра единогласно приняла резолюцию о продолжающейся агрессии Азербайджана против армян и ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщают в посольстве Армении в Кипре, в резолюции осуждается агрессия Азербайджана против Армении и Арцаха и требуется выполнить положение заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и немедленно освободить пленных. Израиль призвал мировые державы немедленно прекратить переговоры с Ираном по его ядерной программе из-за того, что Тегеран, согласно новому отчету МАГАТЭ, принял решение начать производство 20% обогащенного урана на 166 современных центрифугах. Как сообщает русская служба BBC, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил США, что Иран использует ядерный шантаж как тактику ведения переговоров. Иран в ответ заявил, что дипломаты в Вене не будут слушать инструкции Израиля.